Вот уже полтора года находится в центре допинг-скандала и российские спортсмены. Первыми от обвинений пострадали легкоатлеты. В конце прошлого года независимая комиссия обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Согласно отчету, в 49 пробах обнаружили мельдоний. В результате расследования Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила россиян от членства в своей организации. И теперь атлеты рискуют пропустить Олимпийские игры в Бразилии. Сейчас россияне ждут решения Совета ассоциации легкоатлетических федераций. До этого комиссия спортсменов Олимпийского комитета России выступила с открытым письмом в адрес президента МОК Томаса Баха с просьбой разрешить чистым атлетам, то есть тем, кто не замечен в допинге, выступить на играх в Рио.